Честно, сразу все как бы было урегулировано, но почему-то как-то все это раздули и пошла эта история вся. На самом деле все сразу было спокойно. Я считаю, что там никто не виноват в этой истории. Считаю, что сам должен был говорить тренеру сборной, если у меня есть какая-то проблема. Если я туда поехал, я приехал, значит, я готов играть. Я играл, потом никто же не знал, как будет потом. Я сам не осознавал это. Стало чуть хуже. С Апаскалем все поговорили, решили, что надо дать паузу. Поэтому...